Также посланник, алейхиссалату ассалям, сказал: «Ман кана юмину билляхи вальйомил ахри фальюкрим дайфаху жаизата». То есть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, пусть почтит своего гостя его подарочком, или же его подарком. И спросили его: «Мажай, за то, что же это за подарок такой ему?» Посланник, алейхиссалату ассалям, сказал: «Яумун валейля» – «день и ночь». Первый день и ночь, когда к тебе пришел гость откуда-то издалека. То есть гость имеется в виду, это не твой сосед, который тебе в гости пришел, а имеется в виду какой-то путник, которому нужно где-то остановиться, и он попросил у тебя ночлега и так далее. Первый день и ночь нужно давать ему самое лучшее, что у тебя есть. И это есть джайза. Первый день и ночь. Что касается, то есть обязательности, то есть что является обязанностью для тебя принять его, это три дня. То есть три дня, три ночи. وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَ. Если после этого, то это садаха, уже милостыня. То есть после третьего дня ты можешь ему сказать: «Бисмилля, дверь вот здесь, на выход». Хорошо, то есть ты дальше уже не обязан. Но если хочешь, ты можешь. То есть это будет для тебя, естественно, великой наградой. Но то, что является обязанностью твоей, это три дня. И также человек должен знать, что то есть не нужно напрягать. То есть если три дня это обязанность, значит три дня этого хватает. Не нужно, когда ты куда-то приезжаешь, напрягать. «Не смотри на меня, мне больше негде остаться, приходится у вас оставаться». Хорошо, то есть гость, то есть должен, хорошо, то есть тоже не наглеть, хорошо, то есть оставаться, то есть не более трех. Если только, если, конечно, нет нужды там и так далее и тому подобное. Но это является обязательным, то есть если кто-то попросил у тебя ночлега и так далее, ты обязан это сделать. Поэтому посланник, алейхиссалату ассалям, говоря Абу Тальхе и Умму Сулейм, радиаллаху анхума, сказал, что «Лакад аджибаллаху мин санеикума бидайфикума лейля». Говорит, Аллах, субхан таля, Господь удивился тому, что вы сделали сегодня со своим гостем. Посланнику, алейхиссалям, пришел гость, и он спросил, кто может его приютить. И Абу Тальха первый сказал: «Я, у меня он будет». И забрал его к себе домой, хорошо, но у них не было ничего покушать. Было то, что хватало только на одного человека. Хорошо, и он что сказали? То есть он сказал: «Хорошо, то есть мы, говорит, тебе дадим, но то есть у нас свечка уже кончается», и выключили свет. То есть, грубо говоря, то есть потушили свечку, и было темно, не видно. И они положили ему еду и делали звук, как будто бы они кушают. И то есть, ну, сосед думал, этот гость, точнее, думал, что они кушают, и покушал он, а они так и уснули, хорошо, голодными. И посланник, алейхиссалату ассалям, сказал, что Всевышний Аллах субхану тааля удивился, то есть удивился, имеется в виду, то есть обрадовался, то есть пришло фариха или же дахика пришло, то есть посмеялся, диву дался Аллах субхану тааля с того, что вы сделали сегодня со своим гостем. Потому что это удивительно. То есть нет, чтобы сказать, что у меня нечего, ну я не могу там, нет, я хочу. И вот то, что я могу ему, хорошо, то есть это джайза, то есть это его джайза. То есть он достоин больше этого. Поэтому самую вкусную еду дают гостю в первый день. Затем второй, третий день уже то, что кушаешь ты и твоя семья. После четвертый день базар, вокзал. Бисмилля. Аллаху акбар. Мы сказали, гость имеет в виду, который пришел откуда-то, то есть с пути. Не тот человек, который сосед к тебе постучался. Его тоже нужно принять, естественно, то есть не отказываешь ему и так далее. Но он не подобен такому, который, то есть которому один день, ночь там и так далее, твой сосед пришел: «Можно я у тебя переночу? Я с женой поссорил». Хорошо? Не таким образом. Хорошо. А именно тот, кто в гости приехал откуда-то и так далее.